Алексей, любимый мой, американцы уничтожили нашу ракету. Что? Этого не может быть! Они на нас напали неожиданно. Они как-то туда проникли, я просто даже не знаю. Как ты могла допустить это? Алексей, мне жаль, что все так случилось. Жаль? Ведь я ж тебе верил, Ангелина! Милый мой, что ты? No! Я так тебе верил. Генерал! Полковник Йозеф, приготовьте вторую ракету. Другую ракету? План Б. Приготовьте мою машину. Сию минуту!